Всем привет, ребята! Вы на канале Санишка, играем вместе. И сегодня мы вместе с вами поиграем в симулятор пчеловода на тестовом сервере. Тестовый сервер необходим разработчику для того, чтобы совершенствовать все то, что он придумал. И для этого он создал тестовый сервер. На этот тестовый сервер могут попасть не все игроки. Мы с Санишкой в этой игре считаемся топ игроками, поэтому нас добавили на тестовый сервер. И вот наконец-то недавно он открылся. Этот тестовый сервер снова открыт. Поэтому сегодня мы вместе с вами поиграем на этом тестовом сервере и посмотрим, что же тут обновилось. Так, ребятки, давайте посмотрим. Что же здесь? Ну, здесь нам рассказывают: добро пожаловать в симулятор пчеловода. Так, вот я играю за Санишку. Здесь у нас никаких пчел, ничего. У нас все обнулилось на тестовом сервере. Вот. Ребятки, все у нас по нулям. Поэтому мы сейчас можем взять квест снова у черного медведя. Ну и у остальных тут тоже. Вот смотрите, что здесь у нас. Подарок. Это мегабуст нам дали. И также, ребята, мы с вами сейчас введем кодики, которые мне стали известны и которые вы можете увидеть на входе в тестовый сервер. Значит, эти кодики в обычной игре вы не сможете ввести, только лишь на вот этом тестовом сервере. Так, сейчас я посмотрю эти свои кодики и вместе с вами введу. Значит, первый кодик — это Cookie Monster. Значит, Cookie Monster. Так, Куки Монстр. Пробуем, вводим, и мы получаем 10 миллионов печенек. Ребята, 10 миллионов печенек. Второй кодик у нас вот такой. Be Equip. Это что это? Будь экипирован, или пчела экипированная, или как это еще? Ну-ка, давайте-ка введем его. Посмотрим. Так. Так, мы получили 1000 билетов, одно мистическое яйцо и 500 печенек, да? Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас есть. Ага, 1000 билетов, очень много печенюшек, одно базовое яйцо. Давайте его раскроем, перетащим в наш улей. Базовое яйцо. Это обычная комонка, обычная пчелка. Так, давайте-ка откроем мистическое яйцо. Ага, вот у нас такая пчела. Тедпол Би. Так, и еще у нас пчела-медведь. Вот она, пчела-медведь. Так, ну что, можно покормить этих пчелок по чуть-чуть, да? Поднять уровень. Вот, поднимем уровень. Поднимем уровень.
И так можно их раскармливать, и, ребятки, я думаю, что очень долго. Так. Ну что ж, давайте посмотрим, что вообще здесь нового и что здесь интересного. Так, у нас есть 1000 тикетов. За 1000 тикетов мы можем купить что-то в этом магазине. Давайте посмотрим, что тут. Вот такую пчелку мы можем купить, такую за 500. Медведя мы не можем, кошечку можем купить. Такую вот пчелку. Это за 250 тикетов. За 250. И еще яичко за 50. А также звездную печеньку. Так, ну что нам попробовать сделать? Купить золотых яиц. И в наш улей. Давайте посмотрим, что тут еще, пока подумаю. Прям не могу решить, что же делать. Так, а здесь мы что видим? Здесь мы видим сундучок. Сундучок и какой-то токен. Так, вы нашли какое-то дело. Кейс. Это дело или... Ага. А, кейс это. Сумочка. Сумочка, давайте-ка посмотрим. Откроем, что здесь. Здесь слоты, 10 слотов. Так, здесь использованных слотов 0 из 25. Так, и что это все, ребята, значит? Что я думаю, что по карте здесь раскиданы, наверное, будут у нас вот тикет, смотрите. Так, что ты не берешься? Вот, взялся. Так. Я даже перепрыгнуть не могу. Настолько я нубик, что не могу перепрыгнуть. У меня даже ни парашюта, ничего нет. Видите, рассыпался. Так. О, ребят, что-то я уже нашел, смотрите. Вот еще. Какой-то элемент, ребята, нашел. Я пока не могу туда допрыгнуть. Не могу допрыгнуть туда. Давайте сходим сюда. Вот здесь еще мы увидели конвертер. Один конвертер. Так. Здесь также находится Royal Jelly. И в лабиринте тоже мы можем поискать. А что же тут есть? Заходим в лабиринтик. Вот, тут Стар жили. А здесь Боб, жили Боб, жили Бин. Так. Ну что ж, ребята, давайте, чтобы сделать этот ролик более интересным, я сейчас куплю на все тикеты. Куплю золотых яичек и поставлю их в свой улей. Давайте-ка, ребятки, попробуем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, ну ладно, давайте-ка. Приостановимся, может быть, нам тикеты еще понадобятся. На все не буду покупать, посмотрю. Так, что здесь? Кто здесь бегает, смотрите, тут. Кто-то уже прокачался, уже пузыри тут. Ага, ребятки, смотрите, колпачок нашел. Вот это да, нашел колпачок. Тут квест от мамы Мишки. А что-то тут нам рассказывает. Ну вот, нашли еще колпачок. Так, давайте же скорее наши яйца вылупим в наш улей.
Перетянем. А, 8 яиц. Я почему-то думал, что 10. Ну ладно, давайте-ка. Та-дам. Так, снеговик. Та-дам. Это демоби. Еще раз, это рейджби. Очень яростная такая недовольная пчела. Так. Так. Давайте-ка еще. Вот такая утомленная пчела. И еще раз пробуем. Бамблби. Пузырьковая. Пузырчатая. Это ж какая-то шокированная пчела. Шок. Би. Так. Ну-ка. Опять шок. Давайте-ка шок теперь дадим одну ей. Так. И поменяем на упрямую пчелу. Так. Ну что ж. Теперь нам должен быть доступ. Ага, вот у нас квест мы закрываем. Давайте-ка посмотрим. Награда. 200 меда. Угу. Так, сколько у меня пчелок? 11 пчелок. Так, 11 пчелок. 11 мне мало. Давайте-ка еще. Давайте-ка купим еще. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Так, сколько еще у меня тут денег? Давайте последнюю, ладно. Последнюю. Я, ребята, жадный пчеловод, не хочу все тратить. Так, еще 6. Та-дам, опять снеговик. Так как сейчас зима, видно, снеговики хорошо вылупляются. Вот, это Бака Би. Тоже очень хорошая, мощная пчела. Это пузырьковая опять. Ага, это плотничья пчела с молоточком. Так. Опять снеговики. Сколько же снеговиков тут, ребят? Это просто видно какое-то зимнее обновление. И шокированные пчелы у меня тут очень много. Так, ну ладно, давайте быстро пробежим. Пробежим, пробежим. Смотрите, какие снежные дорожки тут. Как все красиво стало. На полях снег. Так, ну чё, пчелки, давайте, пчелки, сражайтесь. Так, берем токены. Так, еще берем. Так, у меня полный контейнер, полный контейнер. Так, давайте с этим коричневым мишкой поговорим. Что тут он нам говорит? Так, здесь я не пропрыгну сюда. Да, ребят, пока не могу пропрыгнуть. Сюда не могу пропрыгнуть. Так, вот панда-медведь. А вот появился гамми-спрут. Это росточек из гамдропов. Смотрите, миллион. Это мне его не скрафтить, потому что у меня рюкзачок очень скромный. Так, а что делать с этим? Угу. Ага, это колпачок. Эльф-колпачок. В нем у меня собрал два колпачка. Два колпачка от эльфа. Так, давайте разгрузим мед. Мед разгрузил. Давайте Royal Jelly дадим пчелке повторной, чтобы она поменялась на другую. Давайте снеговику дадим.
и он превратится в какую-то другую пчелу, в шокированную. Ну, тоже хорошо. Так, бежим, бежим. Так, задание, задание, задание. Черному медведю уже можно сдавать квест. Сдали квест. Так, давайте докуплю уже все, чтобы пробежаться дальше по полям, по всем, на которых у нас хватит пчел. Так, давайте-ка купим на оставшиеся. Все, больше ничего не осталось. Давайте еще увеличим наш улей. Так, это командорская пчела, пчела-командир. Командер. Вот это бриллиантовая, очень редкая. Легендарная. Еще одна, смотрите, легендарки мне выпадают. Ох ты, огненная, это очень хорошо. Она очень мощная среди красных пчел. Утомленных у меня много. Смотрите, много очень утомленных и снеговиков. Ну и их можно раскормить вот этими печеньками до очень большого уровня, потому что печенюшек очень много. Так, ладно, раскармливать я их не буду. Так, пока у меня открыто 23. У меня открыто 23. Вот на канале Санишка играем вместе, новое видео вышло, как вы уже видели на планшетике. Так что подписывайтесь на канал Санишка играем вместе и ставьте лайки. Так, теперь еще здесь можно же, ребят, купить. Давайте-ка купим здесь еще яйцо. Так, и вот так. Смотрите, мы купили еще два яичка последних. Как раз нам не хватало. И тогда мы с вами сделали улей. Всего за некоторое время на тестовом сервере мы сделали 0. Заполнили улей. Кто-то, ребята, запустил метеоритный дождь. Это очень красиво, очень эффектно. Посмотрите, какая красота. Какие метеориты падают сверху. Смотрите, красота. Так. Ну что ж, давайте сбегаем, посмотрим тоже на метеоритов. Здесь нужно забегать вот в эти фиолетовые круги. И тогда вам будут выпадать различные штучки всякие полезные. Вот. Вот сколько меда, посмотрите. Для таких вот новичков очень хорошо. Так, ну что ж, надо пробежаться, посмотреть, где тут есть ли еще тут какие-то элементы праздничные. Здесь, смотрите, какое красное, тоже рождественский такой, как ковер красивый у панды, у мишки панды. Так, давайте-ка используем микроконвертер, чтобы наш рюкзачок разгрузить. Так, наш рюкзачок разгружен. И, ребятки, мы находим еще два элемента, снежинку. Даже 100 снежинок. Смотрите, 100 снежинок. И один бисмостоп. Что это такое бисмостоп?
Это... Что, ребята, это такое? Бисмостоп. Ну вот... Не знаю, что-то это, ребятки. Ну-ка, давайте используем диспенсер. Так, я использовал диспенсер. Сразу ускорился. Посмотрите. И побежал, побежал, побежал. И нашел еще сумочку такую. Так, здесь что у нас? Вот здесь ученый Мишка. Также дает нам квестики. Так, давайте-ка посмотрим, что еще. Так, эту пушку мы уже можем воспользоваться. Этой пушкой прыгнуть, смотрите, как далеко. О, здесь что творится? О, здесь кто-то лопнул росток. Вот это да, и смотрите, гамдроп выпали из него. Вот это да. Посыпались, посыпались, смотрите. Эти желейки. Липкие конфеты, липучки. Так, ну все, здесь использую конвертер. Разгружаю улей. Посмотрите тут, как ребята прокачались. Всего лишь несколько дней. И за несколько дней они, он, сколько мистических, мифических вот этих пчел фиолетовых. У меня, ребята, только одна, представляете? Так, Сноу, снежинка. Давайте-ка попробуем, может быть, дать снежинку какой-нибудь пчелке. Это что? О, смотрите, какая красота. Это не пчелки, это нужно сыпать. Так, а что она дает это? Ага, конверт рейд, пыльцу, плюс 1% к белой пыльце, плюс 1% голубой, потом удача и вместимость. То есть, ребята, нужно сыпать эти снежинки на поля, и вы будете собирать пыльцу и превращать ее в мед гораздо быстрее, гораздо лучше. Вот эти снежинки нам очень полезны. Так, ну что ж. Опять я заполнил свой, быстро заполнил свой контейнер. Хочу дальше вам показать быстренько. О, как красиво, смотрите, украшено уже к Рождеству, к Новому году. Дорожка, давайте туда попробуем сходить. Сейчас только паучка тут победим. Если еще победим. Так, ух ты. Ух ты, ух ты, он. Приходится от него убегать. Ух ты, ух ты. Во, сразу мои пчелы поднялись на следующий уровень. Вот сколько всего собрал, выпало из паука. Так, ну ладно, давайте быстренько пробежимся. Посмотрим еще, что тут нового. Соберем тикет, билетик. Пятнадцатый уровень мы тут можем пройти, потому что у меня уже 23 пчелы. Или сколько их тут? Давайте посмотрим. 25 пчел и 15 типов пчел я открыл. То есть 15 разных пчел и всего 23. Ну и нужно, конечно, открыть все всевозможные разные пчелы. Тогда можно использовать пушки, которые здесь. Из этих пушек стрелять и перемещаться по полям. Ну, чтобы, значит, победить этого оборотня, нужно прятаться за кактус. Тогда он будет тыкаться в этот кактус и вас не достанет. Так, что здесь у меня? Так, и мы его победили. И смотрим, что же... Ух ты, шишка, ребята, я собрал шишку. Что это такое? Шишка, что дает? Давайте посмотрим. Так, а где она, ребятки? Только что выпала шишка из оборотня. Ничего не понимаю.
Куда она пропала? В инвентаре нет. Или здесь есть? Ага, вот она, наша шишечка, ребят. Мы собрали, заполнили 4 слота из 9. 4 слота из 9. Давайте-ка пройдемся дальше. Посмотрим, что дальше. Смогу ли я сюда запрыгнуть? Ну-ка, ребят. Да, смог. Посмотрите. Вот еще. Кошелечек, сумочка. И здесь нас ждет медовая пчелка. Она тоже нам тут что-то про это прожужжала. Давайте-ка побежим еще дальше. Посмотрим, сколько тут у нас. 4 из 10. А, тут богомолы. От богомолов надо убегать. 4 слота заполнено из 10. Давайте попробуем еще их заполнить. Так, здесь у нас полярный медведь. Как вы знаете, медведи дают задания. И за выполнение заданий дают вознаграждение. Так, я хочу вот туда попасть наверх. Зона из 25 пчел как раз. Я могу туда попасть. И здесь у нас цыпленок большой. Так, а вот здесь у нас ждет сумочка или кошелечек. Так, давайте посмотрим. Ага, это мы увеличиваем слоты себе. То есть у нас было 10 слотов, теперь у нас 11. И заполнено 4 предмета. Колпачок эльфа 2. Потом бисмос топ. И шишечка. То есть мы собрали с вами вот эти предметы. Так, здесь что у нас в магазине? Ничего не поменялось. Здесь, я помню, билетик секретный. И здесь все, в принципе, так же, как и было. Так, на 30 пчел пройти не могу. Потому что мне не хватает пчелок. У меня их 25. Так, где мы еще не были? Еще, ребята, мы не были. Вот где. Давайте сходим на розовое поле. Давайте сходим на розовое поле. Подберем еще там сюрприз, я видел. Где-то здесь. Давайте-ка посмотрим. Здесь скорпионы к нам попадут. Вот, еще одно украшение. Так. Я собрал 8... это нужно собрать 8 легендарных пчелок. Так, ну что, смотрим. 5 предметов из 11 я заполнил. 5 предметов. 5 предметов. Так, и что же делать с этими 5 предметами? Так, давайте попробуем, может быть, надеть этот колпачок на пчелу. Ну-ка, давайте, возможно это или нет. Так. Ага, перетаскиваем. Та-дам! Что это произошло? Ну-ка, давайте посмотрим наши пчелки. Мы как-то, может быть, нарядили ее? Так, давайте-ка посмотрим, где она, не вижу. С колпачком она была. И где же? Что нам это дало? Пока, ребята, я не очень понял, что произошло с этой пчелой. Ага, вот у нее какой-то бейджик появился. Значит, этот колпачок дает ей преимущество. Это значит плюс 44% переработки пыльцы в мед. Плюс 19% также бонус. Ну, все, ребят, понятно. То есть нам нужно собирать
предметы и давать их нашим пчелкам в улье. Давайте попробуем еще надеть сюда. Так, а это что еще? Ага, это игрушка. Так, как эту игрушку? Смотрите, нельзя. Ее нельзя давать. Или можно? Так, она дает критический шанс. А, минус 16 энергии. Она уменьшает энергию. Очень интересно. А шишечка что дает? Давайте попробуем вот эти рожки. Так, а нельзя рожек? Это тоже нельзя. Интересно. В общем, ребята, я буду продолжать разбираться, что же, для чего же нужны эти предметы, для чего же мы их все-таки собираем. Попытаюсь найти еще оставшиеся предметы по карте. Буду дальше прокачиваться. Делать своих пчелок одаренных. Покормлю их печеньками. И, может быть, еще выпущу следующее видео. А вам, если понравился этот ролик, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!